Добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем серию передач «Разговор по существу», в которых принимает участие глава Республики Калмыкия Алексей Маратович Орлов. Ваши вопросы, которые вы, дорогие телезрители, присылаете к нам на сайт и определили тему нашего сегодняшнего разговора. Добрый день, Алексей Маратович. Добрый день, Баира. Хочу сказать о том, что нам звонят наши телезрители с откликами о том, что им интересны наши встречи в эфире. Это не может не радовать. Я знаю, что количество вопросов неуклонно растет от передачи к передаче, а значит, интерес наших с вами земляков растет. И тем более темы, которые мы с вами обсуждаем, они, наверное, наиболее насущные на сегодняшний день для всех жителей Калмыкии. Только радует и, безусловно, конечно, налагает некоторую степень ответственности, поскольку, еще раз повторюсь, даже сегодняшняя тема объявленная, она, по сути, является основой основ. Все то, о чем мы говорили с вами ранее, оно может и должно осуществляться на базе сильно развитой экономики. Вот мы сегодня об экономике будем как раз и разговаривать. А в связи с темой нашей беседы вопросы, которые возникают, такие. Какие перемены произошли за последние 2 года в сфере экономики? Давайте посмотрим, что об этом думают элисинцы. А вот какие инвестиционные проекты на слуху? Ну, о каких вы слышали, по крайней мере? Ой, сейчас на особо, кроме сельского хозяйства, больше ничего не всплывает. Малый бизнес единственное, что сельское хозяйство, там, может быть, кто-то точки открывает, а больше я не слышала ни о чем. Да, я даже не знаю. Ну, у нас строится КТК там, и вот новое там будет поселок или что-то такое будет уже. Там будут уже рабочие места. Относится вот к КТК. Там и дорогу строит. А вот о каких инвестиционных проектах вы слышали, ну, которые сейчас на слуху? По сельскому хозяйству хорошие есть проекты. Ну и в области здравоохранения, по социальной защите населения. Ну, много интересных и хороших проектов. Дай Бог, чтобы они воплотили в жизнь. Сейчас на слуху инвестиционный проект по кирпичный завод Новодербенский район, насколько я помню, да? Так, что-то я слышал о мясоперерабатывающем или птицефабрика, да, если не ошибаюсь. Правда, вот не помню где точно, но птицефабрика тоже слышал. Вот. А если, допустим, говорить о поддержке молодых, то сейчас правительство, вот, молодых учителей, в частности, правительство республики поддерживает это единовременное пособие 50 тысяч молодому учителю, который пришел в школу, и земельные участки. Ну, я слышал, что вот в Кишинском районе мясокомбинат строится, в Мандребецком районе кирпичный завод работает, ветряные мельницы. А вот жизнью республики как бы интересует? Не интересуюсь. Нет, там все равно. То, о чем некоторые из наших с вами сограждан, горожане говорили в своих интервью, блиц-интервью, это как раз-таки сельское хозяйство, наше животноводство, восстановление нашей перерабатывающей отрасли на селе, строительство. Это, в конце концов, такие крупные проекты, как одна из женщин упомянула, Каспийский трубопроводный консорциум. Это один из мощнейших инвестиционных проектов, который предполагает в общей сложности около 16 миллиардов рублей вложений в экономику региона. Это реконструкция действующей насосно-подающей станции и строительство 2 новых НПС. Это и новые рабочие места. Тенденции роста экономики, они есть. Об этом, кстати, было недавно сделано заявление контрольно-счетной палаты Российской Федерации, где было отмечено неуклонное снижение роста дотационности республики. С 58% до 43% на конец 2012 года. Что значит, говоря по-простому, снижение дотационности? Это значит, что мы с вами стали зарабатывать немножко больше. Валовый региональный продукт в регионе неуклонно растет. И на сегодняшний день, если сравнить 3-годичную давность, он вырос почти на 3,5 миллиарда рублей и сегодня составляет около 32 миллиардов рублей. Мы стали нарабатывать больше, зарабатывать больше. У нас появились возможности для вложения в реальный сектор экономики. Наши инвестиционные проекты в нефтегазодобывающем секторе. Компании, которые уже пришли и работают. Развитие туризма. Диверсификация экономики должна происходить во всех секторах экономики. И, собственно, на это и нацелены те 17 государственных программ, которые правительство предприняло,
2013-2020 годы с общим капиталовложением около 97 миллиардов рублей. Только вдумайтесь, мы впервые в расчете на 7-летний период планируем на государственном уровне вложиться в реальный сектор экономики в пределах 100 миллиардов рублей. Хотел бы подчеркнуть, что более трети из этих средств это будут республиканские средства, более трети это будут средства федерального бюджета, и мы рассчитываем, конечно же, на привлечение серьезных инвесторов, поскольку здесь четко разграничены гарантии республиканского, федеральных бюджетов. У инвестора существует в этом отношении твердые гарантии и уверенности, что его бизнес или его проект будет поддержан государством. В рамках государственно-частного партнерства все эти 17 программ государственного развития Республики Калмыкия, убежден, принесут свои результаты. Ну и в конце концов, если уж говорить о переменах за прошедшие несколько лет, нужно сказать откровенно, что мы впервые с самого начала для себя выбрали самый прагматичный путь развития экономики. Реализация своих собственных сил и возможностей, трезвая и грамотная оценка своих собственных ресурсов, прагматичный взгляд на перспективы развития региона. И вы знаете, что в 2011 году впервые в истории современной Калмыкии мы приняли концепцию социально-экономического развития региона до 2020 года. Это практически, ну, если вчера мерили так называемыми пятилетками и пятилетними планами, мы исходим из более долгосрочного периода развития Калмыкии. Однако же, в прошлом же, в 2012 году, мы пришли к уточняющим факторам стратегии. Мы разбиваем стратегию с годовым развитием. То есть, так как я и говорил, это должны быть маяковые вектора, фазы, которые определяют задачи для правительства на самый кратчайший период, потому что тогда и людям будет легче отслеживать деятельность и развитие не только экономики в целом по республике, но и оценивать эффективность работы исполнительной власти, мою в конце концов. Поскольку говорить о перспективах до 2020 года, конечно, можно долго и красиво. Но тогда, когда ты ставишь себе задачу в рамках этой же стратегии на год, и потом по концу года говоришь, это сделано, а это не сделано, и объясняешь объективно или аргументированно свою позицию, только тогда люди воспримут, реально ли намерение правительства и твои лично изменить ситуацию к лучшему. Вот мой взгляд на состояние экономики, реального сектора экономики на сегодняшний день. Алексей Маратович, у нас, как всегда, есть вопросы от телезрителей, которые мы записали заранее в районах. Мы их называем видеовопросами. И есть вопросы с нашего сайта. И если они близки по теме, то мы их объединяем. Первый вопрос поступил к нам на сайт 27 мая от Немгира. И есть похожий видеовопрос от Кектышева Александра Санджиевича, жителя поселка Кеченеры. Давайте посмотрим видеоверсию. Интересно. Алексей Маратович, добрый день. Я житель поселка Кеченеры, Кектышев Александр Санджиевич. Меня интересует вопрос, какие меры принимаются в республике для привлечения инвестиций? Мы разработали и приняли нормативно-правовую базу для государственной поддержки инвестиционного предпринимательства в республике. Мы постарались учесть мировой опыт, безусловно, опыт лучших российских регионов, которые работают в этом направлении. И, безусловно, учесть наши национальные особенности, особенности нашего степного края. К сожалению, они тоже дают серьезную поправку для инвестиционной привлекательности, для любого инвестора. Ведь что такое инвестиции? Инвестиции – это те средства, которые приходят в тот или иной сектор экономики с одной простой целью – получить прибыль. Иначе это уже не инвестиции, иначе это уже называется благотворительность. Поэтому интерес любого бизнеса – это доходность, это его окупаемость и, в конце концов, прибыльность. У нас в республике, я полагаю, есть серьезный потенциал для инвестиционной привлекательности серьезного крупного бизнеса. На сегодняшний день уже в республике реализуются 9 крупных инвестиционных проектов. Это, безусловно, наш основной проект, который мы рассчитываем краеугольным каменем нашего сельского хозяйства, это создание агропромышленного кластера.
мясо калмыки, это строительство мясоперерабатывающих комбинатов, это строительство откормочных комплексов, это строительство серьезной кормовой базы. Причем не просто кормовой базы, которая будет работать для увеличения объема грубых кормов, но это и строительство завода по производству комбикормов. Причем, если мы изначально, ведь все поправляется по пути движения, изначально предполагали сделать некий мощный единый центр по производству концентрированных комбикормов, то сейчас инвесторы, учитывая специфику нашего региона, самое главное, огромную территорию нашей маленькой Калмыкии, как мы ее называем, но на самом деле все это наложило свой отпечаток на изменения в инвестиционной привлекательности по строительству заводов концентрированных комбикормов. Это и завод в Уманцево, это и завод в Вешалтинском районе, это и завод в Городовиковском районе. Все эти проекты работают, еще раз повторюсь, в нашем агропромышленном кластере. Но, помимо всего прочего, существует наш местный серьезный инвестор. Это Бетон-Инвест. Это компания, которая строит крупнейший на территории не только Калмыкии, но и юга России силикатный завод. Завод по производству кирпича. Это инвестор, который уже начал работу над строительством, над реализацией другого инвестпроекта. Заводы без каркасных конструкций. Все это, опять же, создание новых рабочих мест и, опять же, серьезные большие деньги. Мы с вами, кстати, не так давно побывали на Молодербетовском заводе «Бетон-Инвест» и видели, какими темпами идет строительство. В ближайшее время этот инвестпроект уже начнет свою судьбу, рабочую судьбу. Нельзя не вспомнить о нашем нефтегазодобывающем секторе экономики. Там, где уже работают серьезные инвесторы, это и компания Shell, это и компания Lukoil, которая уже официально, юридически, если хотите, экономически вошла на территорию Калмыкии. Это и компания Каспийский трубопроводный консорциум. Ведь на всем протяжении всего Каспийского трубопроводного консорциума только в Республике Калмыкии наибольшее количество НПС. Несмотря на то, что по территории России этот нефтепровод и тянется более чем на 1000 километров. И только у нас на территории Калмыкии инвестор, в данном случае наш добрый партнер КТКР, счел возможным для себя и привлекательным строить новые насосно-подающие станции. Это серьезный вклад в экономику региона. Так вот, то, о чем я сказал. В первую очередь, нормативно-правовая база, работа над ней. И в конце концов, тот административный ресурс, который мы, пусть тогда еще не имея законодательной базы, включили на полную мощность для того, чтобы не только не отпугнуть инвестора, но и привлечь его, заинтересовать его перспективами развития. Вот это дало нам возможность работать уже сейчас. Ну а сегодня, с 2013 года, в республике работает закон о государственной поддержке инвестора. В республике уже на сегодняшний день создан инвестиционный реестр, который мы постарались минимизировать, я имею в виду, условия вступления в этот реестр инвесторов. Всего 4 составляющие. Работа на территории Калмыкии, привлечение капитала не менее чем 50 миллионов, создание новых рабочих мест и, безусловно, кредитоспособность. То есть наличие либо недвижимости, либо иных ценных активов, либо другой, любой ликвидности, которая может послужить для нас, в данном случае для правительства республики, гарантией кредитоспособности и гарантией финансовой обеспеченности инвестора. Все. Минимальное количество требований. Можно сказать и о другом. Только сегодня, в текущем году, мы создали сами для себя стандарт, механизм управления инвестициями в республике. То есть стандарт взаимодействия органов исполнительной власти с инвестором. Закон сам по себе предполагает целый, ну если хотите, пакет определенных регулирующих механизмов для министерств, ведомств, государственных чиновников. Но мы пошли дальше. Мы именно создаем новый стандарт общения, работы с инвестором. На базе этого стандарта
уже сейчас близок к завершению, двуязычный, подчеркиваю, двуязычный. Почему? Потому что мы заинтересованы в привлечении и иностранного капитала, интернет-портал, на котором инвестор, сидя где-нибудь в Гонконге или на Аляске, не приезжая к нам, может получить полную картину о тех сферах экономики, где он мог бы поучаствовать в республике. Он оттуда может получить живую обратную связь с любым министерством и ведомством, нужным ему для получения той или иной информации. И опять же, не приезжая в Калмыкию, заключить предварительные протоколы о намерениях, о сотрудничестве, и уже здесь, в республике, не теряя время, приступить к реализации того или иного проекта, который ему интересен. Вот эти основные механизмы, они уже на сегодняшний день созданы, подчеркиваю, созданы, они работают. И убежден, они будут работать. Александр Санджиевич, хотел бы сказать вам, если сегодня вы зайдете на портал правительства, зайдете на портал Министерства экономики, постарайтесь в самое ближайшее время разыскать и те порталы, которые связаны напрямую с инвестиционной привлекательностью Калмыкии. Я сам иногда проверяю, там, не хочу сказать, что уж на 100% доволен результатами работы этого портала, но полагаю, первый блин не вышел кому. Мы, конечно же, в начале пути. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше средств. Ну а сейчас, Алексей Маратович, в продолжение темы давайте посмотрим видеосюжет на эту тему. Ну, как мы видим, это прямое подтверждение того, о чем мы с вами говорим, а мы с вами продолжаем наш разговор. В начале нашего разговора я вам сказал, что вот те 17 государственных программ предполагают частичное участие частных инвесторов. Так вот, эта сумма предполагаемых инвестиций или тех средств, которые мы хотели бы привлечь, она превышает более чем 30 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги. Это почти на сегодняшний день чуть менее миллиарда долларов. Мы рассчитываем и убеждены, что вот созданная нами структура, то есть нормативно-правовая база, стандарты координации взаимодействия государственной власти с инвесторами, реестр инвесторов и, в конце концов, тот наш интернет-ресурс, он должен принести свои плоды. И в самое ближайшее время мы ожидаем приток новых инвестиций. Такие предложения есть, кстати. На сегодняшний день ведутся переговоры и об увеличении инвестиций в той же альтернативной электроэнергетике, в том же нефтегазодобывающем секторе. В конце концов, мы уже имеем ряд компаний и предпринимателей, которые работают в туристическом направлении. Вы знаете, весной этого года в республике прошел фестиваль туристических компаний и фирм, в котором принимали участие не только компании Юга России, но и в целом с Российской Федерацией, и даже иностранные партнеры. Для нас крайне интересно то, что мы делаем в этом направлении. И мы хотим уйти вот от так называемого однодневного туризма. Республика располагает всеми средствами. Я уж не говорю о нашем знаменитом хлебосольстве и гостеприимстве, хорошая национальная кухня, красивый, традиционно важный для нас национальный колорит, наши достопримечательности. И в конце концов, наша экология, наша природа, это только на первый взгляд степь кажется безжизненной. На самом деле это огромный, огромный
если хотите, мир, заповедник, флора и фауна. Так вот, убежден, что те меры, которые нами предпринимаются, в самое ближайшее время должны принести свои плоды. Следующий вопрос, Алексей Маратович, от 2 июля. Вопрос от Сергея. Сергей живет в селе, он животновод. Он считает, что со вступлением в ВТО заниматься сельским хозяйством невыгодно. Цены на мясную продукцию упали, а кроме того, требуется промышленный забой мяса. И еще есть похожий видеовопрос от Марии Манджиевой из Киченер. Давайте посмотрим. Алексей Маратович, добрый день. Меня зовут Манджиева Мария. Я работник управления сельского хозяйства администрации Киченерского РМО. Вопрос, который я хочу задать, наверное, вам часто задают. Но для нас, тех, кто живет и трудится на селе, это принципиальный вопрос. Для тех, кто занимается мясным животноводством, вступление в ВТО добавило очень много проблем. Это, во-первых, новые требования по забою скота. Во-вторых, цены на мясо и мясную продукцию упали. И получается, нам невыгодно заниматься животноводством. И у меня такой вопрос. Как будут смягчены последствия вступления в ВТО для нас, животноводов республики? Что касается проблем, связанных с вступлением в ВТО, хотел бы прояснить следующее. Не далее, как в июне, председатель Совета Федерации России, Высшей палаты, Верховной палаты Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко проводила выездное заседание комитета, посвященным мониторингу результатов воздействия ВТО на сельское хозяйство России. И мною был сделан доклад на этом заседании, который был с интересом заслушан, воспринят, и самое главное, были восприняты некоторые рекомендации, которые мы, я имею в виду себя и своих коллег из правительства, предложили для рассмотрения Совета Федерации и потом правительству России. Ведь что происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день так называемая «зеленая корзина», то есть тот объем государственной поддержки, финансовой прежде всего, который определен рамками Всемирной торговой организации, это 9 миллиардов долларов. В Российской Федерации выполняется всего лишь на 2/3. Всего лишь на 2/3. Хотя эта так называемая зеленая корзина из года в год будет сокращаться. Так о какой же тогда серьезной государственной поддержке можно вести речь? Да, сегодня усилиями министра сельского хозяйства Николая Васильевича Федорова, кстати, он об этом говорил во время своего рабочего пребывания в республике двухдневного, мы обсуждали эту тему совместно с аграриями, совместно с нашими животноводами. Было достигнуто дополнительное ассигнование нашего федерального бюджета. Это 42 миллиарда рублей. Но это по сравнению с тем объемом, который запланирован, около 100 миллиардов. Всего лишь чуть более треть. Так вот, если мы говорим о том, что Россия в условиях работы во Всемирной торговой организации, в частности, относительно нас, Калмыкии, намерена сотрудничать и помогать нашему бизнесу, работающему в животноводстве, мы должны и говорить о росте ассигнований, росте дополнительной помощи, о государственной поддержке. Да, сегодня она идет, но, к сожалению, пока еще недостаточно. Сегодня наша землячка абсолютно права, цены на мясо снизились, закупочные, подчеркиваю. Где-то в среднем от 8 до 10% от уровня прошлого года. Но самое главное, еще и ряд субъективных факторов, сложившихся в округе Республики Калмыкия. Наши традиционные партнеры, это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Волгоградская область, страдают от карантинов, введенных в связи с эпизоотическими заболеваниями ящера, бруцеллеза, АЧС. Наши партнеры, которые работают за пределами республики, далеко за пределами Южного и Северокавказского регионов, по-прежнему закупают у нас. Но закупают у нас в основном скот кондиционный, промышленного забоя. В этом направлении, буквально как на днях мы беседовали в правительстве, обсуждали эту тему. Сегодня разрабатывается программа поддержки малого и среднего бизнеса. Те предприятия, которые уже сегодня имеют свои бойни,
свои, пусть небольшие, холодильники. На тот переходный этап, когда мы создадим свою мясоперерабатывающую промышленность, и она заработает в полном объеме, а это год-полтора, как максимум. Так вот, на этот переходный этап создать резервный фонд поддержки для малого и среднего предпринимательства, поддержать закупочными ценами, гарантиями государственными, финансовыми вливаниями, в том числе из фонда стратегических инвестиций, который, вы знаете, тоже был создан буквально в текущем 2013 году. Так вот, этими мерами государственной поддержки, пусть пока минимизированный, но возродить свой внутренний рынок потребления. Ну а в перспективе, конечно же, я безусловно уверен, что так и будет. Вот те механизмы, которые мы запустили, это крупные откормочные комплексы, то есть промышленный скот, скот промышленного забоя, кондиционный. Это возрождение нашей мясоперерабатывающей промышленности. И, конечно же, поддержка малого предпринимательства, который уже работает на сегодняшний день на своих хладокомбинатах, мини-бойнях. Все это должно в совокупности дать результат. Хотя в этой связи хотел бы отметить одну броскую деталь, которую каждая хозяйка вылистели, населели, подтвердит сегодня, двумя руками проголосует. Скажите, а вот в связи с тем, что цены упали и наш рынок затоварит, цены рыночные на мясопродукты снизились? Нет. Мы с вами можем легко убедиться, если в течение 15 минут пройдемся, прогуляемся по мясным рядам центрального рынка Элисты. О чем это говорит? Это говорит о том, что не цена на мясо упала, а упали возможности тех посредников и перекупщиков, которые работают на этом рынке. Они сегодня затоварены как раз-таки вот этим импортным сырьем, которое идет и хлынуло в Россию в рамках ВТО. К тому времени, когда мы создадим базу нашей экономики, нашу перерабатывающую отрасль, и сами выйдем на этот рынок с нашим готовым продуктом, те же самые перекупщики уже не будут закупать брикетированное мясо в Бразилии, в Аргентине, в США. Будут брать наше кондиционное, качественное мясо. Вот к этому мы стремимся. Это наша, если хотите, голубая мечта и идеал. Алексей Маратович, наше время в эфире подходит к концу. Мы постарались выбрать самые интересные вопросы. Спасибо за подробный ответ и за сегодняшнюю нашу с вами беседу. Спасибо вам и спасибо, конечно, нашим телезрителям. Сегодняшняя наша встреча, беседа с нашими земляками показала, что их интересует не только культура, образование, здравоохранение, но и, конечно же, наша экономика. Основа основ. То, что, собственно, и создает базис для нашего прогресса. Для того, чтобы наши старики и дети имели возможность лечиться, учиться, получать качественное образование. Экономика – основа основ. И то, что мы сегодня, несмотря на то, что имеем тенденцию устойчивого прогресса в этом направлении, устойчивую тенденцию роста экономики, серьезно пересматриваем свои позиции на ближайшие 5-7 лет и серьезно собираемся инвестировать в реальный сектор экономики, говорит о том, что мы предполагаем, что в самое ближайшее время и наши социальные программы заработают на 100%. Спасибо, Бая. Продолжение нашей передачи смотрите в следующую субботу в это же время.